Лето в самом разгаре. Раскаленный асфальт, пыль, духота и палящее солнце – настоящие испытания для горожан, которые должны не только выживать в таких условиях, но и продолжать работать в ожидании выходных, когда можно будет наконец бросить все дела и выбраться из города на природу. Но и на свежем воздухе жара и солнце несут в себе не меньшую угрозу, чем в городе. Головная боль, головокружение, тошнота, учащенное дыхание и сердцебиение – признаки солнечного удара. И в такой ситуации важно уметь грамотно оказать первую медицинскую помощь. Человеку нужно перевести в прохладное помещение или в тень, освободить ему верхнюю одежду, то есть расстегнуть воротничок, расстегнуть тугие пояса, уложить пострадавшего на спину, приподнять голову и наложить прохладный компресс на тело. Если он находится в сознании, дать попить прохладной воды и вызвать скорую помощь. Чтобы избежать теплового удара, врачи настоятельно не рекомендуют находиться на солнце с 11 до 16 часов и избегать в это время интенсивных физических нагрузок. Носить свободную одежду из натуральных тканей, не пренебрегать солнцезащитными очками, головными уборами и отказаться от вредных привычек. Люди, зависимые от табака, курения и употребления алкоголя, должны отказаться от этой пагубной привычки, потому что это может привести к тепловому удару, а также к спазму сосудов, что может повлиять в дальнейшем на развитие инсультов и инфарктов. Важную роль играет и питание. Врачи рекомендуют в жаркую погоду полностью исключить из рациона жирную, жареную, острую пищу и обязательно соблюдать питьевой режим. Особенно в жару нужно пить воду теплую. Вода должна быть чистая вода, не газированная, то есть чистая питьевая вода. Единственное, что можно пить чай, преимущественно зеленый, но и черный. И можно пить какие-нибудь напитки, самим приготовить. Особенно опасен высокий температурный режим для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В такую погоду нужно внимательнее относиться к своему здоровью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Если вы страдаете хроническими заболеваниями, препараты следует принимать регулярно. Лекарственные препараты старайтесь хранить в холодильнике, в дверцах холодильника. Люди, которые принимают нитроглицерин, особенно должны быть осторожны, потому что большие дозы нитроглицерина ведут к падению артериального давления, к обморочным состояниям. Поэтому только под контролем лечащего доктора. Тяжело переносят жару и дети, так как у них еще не сформирована терморегуляция. Заигравшись в песочнице или на качелях, малыши не всегда могут сразу пожаловаться на плохое самочувствие. Рекомендуется также соблюдать питьевой режим детям, не оставлять детей без присмотра родителей. Ни в коем случае нельзя оставлять детей в автомобиле, в каких-то душных, непроветриваемых помещениях. Не стоит забывать и о том, что летом очень легко простудиться. Кондиционеры, вентиляторы и холодная вода могут привести к переохлаждению организма, возникновению ангины, вирусных заболеваний и даже к развитию менингита. А несоблюдение правил приготовления и хранения пищи часто становится причиной кишечных инфекций. Какой бы ни была погода за окном, беречь свое здоровье нужно всегда. Тогда и жить будет действительно легко.